сегодня представляем составы игрового команды. Наша гостья команда «Нефтехимик» Нижнеганск, сегодня делаем. Начали в следующем составе номер первый вратарь «Нефтехимик» команды Сергей Осип. Номер 99 Николай Зайцев. Номер 6 Иван Драйников. Номер 29 Александр Денисов. Номер 21 Мирамил Лидия. Номер 25 Владимир Камыш. Номер 2 Аслан Засеев. Номер 16 Михаил Платика. Номер 66 Алишер Джамилов. Номер 23 Роман Григорян. Номер 12 Илья Михайлов. Главный тренер команды Рустем Акзанович Хозин. Представляем состав футбольного клуба «Анатолия Саранск». Футбольный красный. Номер 16 вратарь Антон Коченков. Номер 15 Александр Зенитко. Номер 40 Иван Терензия. Номер 35 Акадий Хубутия. Номер 24 Андрей Тазин. Номер 9 Рустем Мухаметшин. Номер 12 Владимир Божевич. Номер 88 капитан команды Алексей Иванов. Номер 20 Сергей Самодин. Номер 13 Михаил Маркин. Номер 48 Евгений Луценко. Главный тренер команды Юрий Ильич Максимов. Представляем судейскую бригаду. Главный судья судейской категории Артем Чистяков, город Азат. Помощники судьи региональной категории Павел Паралай, город Гагарян. Примурас Тимиров, город Ордон. Резерв судья матча судья региональной категории Илья Никс, город Нижний Новгород. Инспектор матча Юрий Иванович Безбородов, город Санкт-Петербург. Делегат встречи Леонид Сергеевич Калошин, город Москва. Thank you.
дальше номер один Унизов, номер 21. Возможно, на сегодняшнем матче присутствует глава Республики Мордовия Владимир Дмитриевич Волков. Thank you.
Рецепта номер 48.